Арабский шейх путешествовал по Европе и влюбился в европейку. И вот ее отец рассказывает своим приятелям. Короче, он мне говорит, если вы ее за меня замуж дадите, я заплачу за нее столько золота, сколько она весит. Ну, я ему отвечаю, что в таком вопросе спешить не надо, поговорим через месяц. Да, ты прав. Эти шейхи с их странными законами, тут надо подумать. Что тут думать? Тут девочку кормить надо.